Работы стартовали в августе 2023 года. Подрядчиком выступила строительная компания из Кисловодска. По техническому плану фирме предстояло обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, автомобильные подъезды и парковку, спортивные площадки со скейт-парком и памп-треком. Кроме того, предусматривалось две зоны пляжного отдыха. Сейчас работы по обустройству вышли на финальную стадию. Уже можно прогуляться по новым асфальтированным дорожкам. Спортивные объекты, а именно памп-трек и скейт-парк, уже в высокой степени готовности, на них уже вовсю катаются дети. Для любителей велосипедов предусмотрена специальная выделенная дорожка. Кроме того, набережную ожидает озеленение. В рамках озеленения второй очереди Петровской набережной с 1 августа нами начаты работы по высадке кустарников в контейнерах и многолетних растений. Будет высажено в рамках проекта порядка 90 тысяч всего, среди них порядка 700 крупных деревьев. И все остальное у нас где-то чуть больше, там 89 тысяч, это будут кустарники и многолетние. На сегодняшний день высажено порядка 3000 горшков. Завершением озеленения станет осенняя высадка крупномеров. Сейчас проводится замена грунта. Родной грунт подсыпается, в условиях Воронежа это чернозем, естественно, засыпается чернозем, пытаемся делать смесью песка, чтобы была лучшая водопроницаемость грунта для воды. Читается момент, чтобы было обязательно всесезонное цветение. Допустим, что-то начало цвести весной, что-то дальше летом уходит, и обязательно что-то будет цвести осенью. Срок сдачи объекта – осень 2024 года. Но уже можно сказать, что набережная станет одним из красивейших мест Воронежа и порадует не только горожан, но и гостей нашего города. Виктор Шацкий, Дмитрий Хлебный, 41-й телеканал, Воронеж.